Сегодня я скажу вам некоторые вещи, которые я, как преподаватель гитары, наверное, говорить не должна. Но свербит, понимаете ли, свербит. Потому что, помимо того, что я преподаватель, я все-таки еще и артист в какой-то мере. К сожалению, ввиду всех этих коронавирусов и всего прочего, особо часто выступать у меня сейчас не получается. Но все-таки определенный концертный опыт у меня имеет место быть, и из него я сделала определенные выводы. И вот, собственно говоря, к чему я пришла. Все из вас, ну вот буквально вообще все, кто смотрит этот видос, знают группу Metallica. И прекрасно знает, что гитарист Кирк Хэммет, ну, если когда-то умел играть на гитаре, то сейчас у него это... Ну, если и получается, то он, по крайней мере, не особо это демонстрирует и в основном пользуется педалечкой. И все равно это не мешает группе Metallica оставаться как бы на высоте, на уровне, несмотря на то, что они уже... Ну, давненько не выпускали альбомов. А уж какие-то годные альбомы выпускали, так совсем вообще давно. Но, тем не менее, ребята, дядечки, дедушки гребут денюшки лопатой. И мы все прекрасно об этом знаем, потому что армия поклонников группы Metallica, мне кажется, только приумножается. Также хочу обратить ваше внимание на такой момент, который, ну, наверняка многие из вас подметили, что у какой-то команды, у какой-то группы самыми лучшими альбомами, самыми такие прям годными, драйвовыми и угарными являются альбомы раннего периода. Я не говорю, что прям вот все-все команды по прошествии 2, 3, 4 альбомов по-любому скатываются в говно. Нет, есть такие исключения, как, например, моя любимая группа Sodom. Ну и придумайте сами. Я думаю, вы мне сейчас в комментах можете очень много всего написать по этому поводу и указать мне, где я ошиблась. Но не забывайте о том, что исключения это все-таки исключение. И по большей части команды, выпустив несколько годных или более-менее годных альбомов, потом начинают потихонечку-потихонечку снижать свои обороты. Ну и также не стоит забывать о том, что они зачастую, если они выходят на какой-то мировой уровень, начинают все меньше и меньше выступать. Вы можете сказать, что это вызвано возрастом. Но если вы смотрели первые несколько десятков секунд видео, вы поймете, что я с вами не соглашусь. По крайней мере, не в полной мере. Да, несомненно, возраст и юношеский задор какой-то, они оказывают свое влияние, в том числе и вот на какую вещь. Когда люди приходят на концерт, неважно, андеграундный он или какой-то большой там, какой-то фестиваль, да, на большой площадке, они... В первую очередь, как ни странно, не идут не слушать музыку. Потому что вы сами прекрасно понимаете, что каким бы замечательным ни был аппарат, все равно чистоты звучания и всех нюансов звучания слушатель, скорее всего, не уловит. И если слушателю интересно узнать, что там на самом деле, как звучит чисто риф, который написал там какой-нибудь его любимый гитарист, который на альбоме его любимой группы, то приходить за этим рифом на живые концерты, за каким-то арпеджио, а уж тем более за какими-то аранжировками, это занятие довольно-таки беспонтовое. Даже если говорить о каких-то записях, все равно слушатель, рядовой слушатель, который не владеет сам гитарной техникой и там какими-то золотыми ушами, он из какого-то скоростного пассажа, скорее всего, услышит только первую ноту и последнюю ноту. А все, что будет посередине, сольется для него в такую кашку. Главное, чтобы эта каша была хотя бы относительно благозвучная. Хотя это, опять же, зависит от жанра. И из этого я делаю вывод, что гитарная техника не так уж важна. Да, представьте себе, вот к какому выводу я прихожу. Сейчас я занимаюсь довольно-таки подолгу, потому что я знаю, что для тех произведений, которые я хочу играть, которые я пишу, эта техника нужна. Но я прекрасно понимаю, что даже элементарно 16-е в 180 BPM мне уже не так уж и нужны. Поскольку все равно уши, мои уши их могут расслышать. Эти 16-е в 180 BPM. Какие-то пассажи, какие-то секвенции, а не мелизмы какие-то небольшие. Мелизмы вообще могут быть хоть 64-ми, на самом деле. Это, по-моему, один из самых простых вообще приемов в соло. Пулхаммеры для тех, кто не владеет терминологией. Ну а что ж, если не техника, нужно для того, чтобы делать крутой музон и быть драйвовой командой. Во-первых, нужно примерно соображать, как писать музыку.
не нужно себе делать скидок и не нужно думать, вот, песня, короче, написана, она моя, поэтому она крутая. А никто вам не поверит, кроме вас. Если вы скажете, что ваша песня крутая, а на самом деле это не так. Но об этом я уже говорила в одном из своих предыдущих видосов, а сегодня я хочу обратить ваше внимание на артистизм. Артистизм — это как раз та самая штука, которая делает большую часть всей энергетики на концерте. В песне, в мелодии, да, есть какие-то кульминационные моменты, есть какие-то моменты спада. И они вызывают в той или иной степени реакцию публики. Но если при этом музыканты, стоящие на сцене, делают примерно ничего, то, сами понимаете, смысл публики колбасится, если даже музыкантов не впирает, ну, типа, как не впирает их собственный музон. Кстати говоря, еще одна палка в огород какой-то охренительной техники. Одно дело, если ты там мега-профи и действительно можешь там пассажи какие-нибудь 64-ми фигачить, и при этом ты там закуриваешь сигарету третьей рукой, ходишь по сцене, там угораешь, улыбаешься, головой потрясываешь и все такое. Но если ты ничего больше на сцене не можешь, кроме как стоять и напиливать вот эти самые пассажи, то вопрос, зачем тебе лицо-то свое людям вообще показывать? Ну, какой импонт будет от того, что они придут посмотреть на статую, у которой только руки шевелятся? Ведь музыка — это не цель, музыка — это средство, и какой-то конечный посыл все равно человек выдает не только своими словами и не только под соответствующий аккомпанемент. Он актер, он играет роль, он переживает все то, о чем говорится в тексте, и то, какой смысл, какие эмоции доносит музыка. В андеграундной сцене такое вообще сплошь и рядом, на каких-то более профессиональных площадках это гораздо более редкое явление. Угадайте, почему? И что же тогда обозначает профессионализм? И, знаете, иногда просто вот кровь из глаз течет. Особенно, когда группа сочинила действительно какой-то годный, прикольный материал, но они стоят и просто пилят это с каменными лицами. И я не знаю, зачем тогда выходить на сцену, если ты стесняешься? А других каких-то причин я не вижу, кроме стеснения. Ну, типа, человек выходит на сцену и думает не о том, что он поет, и не о том, о чем песня, да, даже пусть если не поет. Даже если ты, блин, нафиг барабанщик, ты все равно должен чувствовать, где у тебя кач, где у тебя какие-то скоростные моменты, да, и что это представляет из себя какое-то нагнетение эмоций. Ты должен понимать, какое изобразительное средство тобою сейчас пользуемое, что обозначает, и вести себя в соответствии с этим. Потому что иначе ты просто превращаешься в какой-то автомат. И это совершенно не идет на пользу музлу, которую ты играешь. Даже если не будем говорить сейчас про вид, который предстает перед зрителями в моменты вот такого вот автоматического исполнения. Помимо длины ноты, помимо высоты ноты, у ноты также есть понятие, во-первых, громче, тише. Во-вторых, какое-то ускорение или замедление относительно общего темпа. Это называется динамика и агогика. И если это будет отсутствовать в музыке, то музыка превращается просто в дрочево. И такое, на самом деле, встречается довольно-таки часто, в основном, опять же, в тяжелой музыке. Поскольку людям, которые изучают музыку классическую в каких-нибудь консерваториях, да даже элементарно в музыкальных школах, эти самые вот два понятия, динамики и агогики, им прививают уже с самого начала обучения вот эту самую экспрессию, да. Когда ты играешь классическую музыку, у тебя нет никакого метронома, тебе нужно все это прочувствовать и просчитывать для того, чтобы, ну, ты хотя бы в какой-нибудь музыкалке прилично бы сдал экзамен. Потому что, по сути, классическая музыка, вообще любая музыка, это выражение твоих чувств и эмоций без слов. Ну, как без слов? Другими просто словами на другом языке, на языке музыкальном. И получается, что когда уходят какие-то эмоции из музыки, она просто как фон звучит. Например, для вокалиста. Потому что вокалисты, как правило, гораздо реже грешат отсутствием экспрессии. Наверное, это вызвано тем, что они работают непосредственно с текстом. И из текста, как из, ну, из слов, из общепринятого какого-то языка, куда проще брать эмоции без дополнительного какого-то обучения. Да, понимать эти эмоции куда проще. А опять же, зачастую встречалась с таким явлением, что вокалист знает текст, а остальные все чуваки из группы текста не знают. Ну,
и какие эмоции они могут во все это дело вкладывать. Я могу понять еще более-менее это, когда люди играют какой-нибудь трешак, да? Когда там просто кровь, кишки, мясо, ну и все такое, ну вы сами понимаете, да? Или дызню. Там еще как-то плюс-минус. Но когда ребята берутся играть, например, баллады, и при этом у них отсутствует какое-то затихание, усиление, какие-то, я не знаю, скорбные лица в особо печальные моменты. Просто чуваки такие стоят, ну типа мы сессионщики, только играем бесплатно. Блин, мне кажется, даже приличный сессионщик не позволяет себе стоять с каменным лицом, когда он играет музон. Ну и вот. Когда вы оказываетесь с инструментами в руках в рок-клубе, вы должны понимать, что вы там уже не офисный работник, не слесарь, там, не кондуктор и не шахтер. Вы здесь музыкант, вы министрель, я не знаю, как бы это дело еще романтизировать, чтобы вас вдохновить. И люди, соответственно, которые приходят на концерты, ждут от вас шоу какого-то. Вы сами, когда приходите на концерты, вы ждете шоу. Вы же не просто ходите пить пивас, правильно? Просто попить пивас можно в любом другом месте за бесплатно. И там точно так же врубят громкую музыку, которая будет лупить вам по ушам, и будет ничего непонятно, и будет трудно разговаривать. Так зачем именно в рок-клуб? Вы ждете от людей энергетики. Ну так и люди, которые находятся под сценой, тогда, когда вы на ней оказываетесь, ждут от вас того же самого. Ну так и боритесь, в конце концов, со своим стеснением. Я не знаю, вы всегда можете немножко накатить перед тем, как выйти на сцену. Или не накатывать, просто там помедитировать чуть-чуть, чтобы расслабиться. Правильно себя настроить. Это тоже очень-очень важный аспект. Над этим тоже надо работать. Потому что большая часть людей, которые приходят на рок-концерты, не умеет играть, скорее всего, на вашем инструменте. Ну так и что переживать тогда? Они все равно не услышат ваших вот этих вот маленьких косячков, да, и да, они не услышат даже, возможно, каких-то больших ваших косячков, если вы хороший импровизатор. А ваша каменная физиономия на сцене будет заметна всем, потому что люди все в той или иной мере умеют проявлять эмоции. И, соответственно, отсутствие их прекрасно видят, и как Станиславский вам нифига не верят. Ну вот, это я и хотела до вас донести. С вами была особо артистичная особа Юлия Explosion Rage. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на мой канал.